Привет! Сегодня мы поговорим о блендере KitFort, который может стать твоим незаменимым помощником на кухне. Мы разберем его функции, особенности, а также пройдемся по плюсам и минусам. Готов узнать, стоит ли он твоего внимания? Тогда вперед! Благодаря компактным габаритам этот блендер легко впишется в любой кухонный интерьер и не займет много места. Но не только размеры впечатляют. Производители позаботились о том, чтобы использование было максимально удобным и безопасным. Крышка с уплотнителем – это просто находка. Она плотно закрывается, не давая содержимому вылететь наружу в самый неподходящий момент. А еще благодаря этому запахи остаются внутри чаши, и ты можешь не беспокоиться, что аромат свежесваренного супа или фруктового смузи распространится по всей квартире. А еще у этого блендера есть что-то, что особенно пригодится, если твоя кухонная столешница любит подшутить, став скользкой в самый неподходящий момент. Противоскользящие ножки под моторным блоком – это именно то, что нужно, чтобы блендер стоял на месте, как вкопанный, даже если рядом бурлит активная кулинарная жизнь. И помни, я подготовила для тебя приятный бонус. В описании под видео ты найдешь специальные ссылки на проверенные магазины и скидочный промокод для покупки. Так что не упусти свой шанс получить этот блендер на выгодных условиях. С мощностью в 1000 ватт он словно маленький супергерой на твоей кухне. Представляешь, как он с легкостью справится даже с самыми твердыми продуктами. А еще у него есть чаша объемом в 1,5 литра, что вполне достаточно для приготовления большого объема смузи или супа. К тому же маленький мерный колпачок на 50 мл пригодится для добавления мелких ингредиентов. Что мне особенно нравится, так это нож. 4 лезвия из нержавеющей стали обещают эффективное и быстрое измельчение, не оставляя шансов кусочкам овощей или фруктов. Их форма и заточка продуманы так, чтобы с каждым вращением достигать идеального результата. Но и это еще не все. Чаша из прочного стекла. Это и красиво, и практично. Можно не бояться, что она поцарапается или впитает запахи, как это иногда бывает с пластиком. А отверстие в крышке для добавления ингредиентов в процессе работы – это просто мечта для тех, кто любит экспериментировать с рецептами. Управление скоростью тоже не оставит равнодушным. 5 скоростей и импульсный режим дают полный контроль над процессом, позволяя выбрать идеальную консистенцию для любого блюда. И все это управляется одной ручкой на передней панели. Удобно и понятно. Когда дело доходит до уборки, этот блендер не доставит хлопот. Он легко разбирается, что позволяет тщательно промыть каждую деталь. Так что после приготовления шедевров на кухне не придется тратить уйму времени на уборку. Я внимательно изучила отзывы владельцев и выделила основные преимущества и недостатки этой модели. Минусы. Марки корпус. Короткий шнур. Нож несъемный. Шумная работа. Плюсы. Крепкий кувшин. Мощность. Устойчивость. Большой объем. Отметки на мерном стаканчике. Компактность. Удобство в работе. Легкость в уборке. Эти отзывы дают ценное представление о том, с чем ты можешь столкнуться, выбирая этот блендер. С одной стороны, некоторые недостатки могут показаться критичными, но с другой, преимущества говорят сами за себя. Мощный, устойчивый, с большим объемом и крепким кувшином, этот блендер обещает стать надежным помощником в приготовлении пищи. Вот и подошел к концу наш сегодняшний обзор. Не забудь проверить описание под этим видео. Там ты найдешь полезные ссылки и скидочный код, который сделает покупку еще приятнее. Очень интересно узнать твое мнение о блендере, так что не стесняйся оставлять комментарии. Хочешь быть в курсе всех новинок и получать свежие обзоры? Тогда подписывайся на канал и активируй колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну и, конечно, лайк под видео будет лучшей наградой за мои старания. До новых встреч в следующих обзорах. Пока!